Центральный городской пляж на летний период становится местом отдыха для тысячи горожан и гостей Черноморска. Его протяженность составляет порядка 1,5 километра. Это территория от канализационно-насосной станции до профилактория «Чайка». Именно на этой части побережья разрешено отдыхать и купаться, так как тут есть все необходимое для удобства посетителей и их безопасности. В частности, на протяжении 12 часов в день на Центральном городском пляже работает спасательная служба. Коллектив – это я как старший водолаз, еще 4 водолаза сменных, 12 матросов, ну это не каждый день, 6 матросов в день работает, 4 медсестры, работают с 8 утра до 8 вечера. Спасательная станция Центрального городского пляжа оснащена всем необходимым оборудованием. В этом году также были приобретены новые спасательные элементы. Носилки купили в этом году наконец-то. Вот такой вот интересный спасательный прибор, скажем так, закупили тоже. Это американский образец, как бы оттуда все это идет. Но оно такое действенное, работает очень хорошо, очень удобное. Как бы это очень надо было. Ну, закупили тоже. Лодка у нас есть хорошая одна, вторая, с моторами. Как бы мы можем быстро реагировать на какие-то ситуации. Спасательное оборудование водолазное покупается тоже. Ну, есть оборудование, все у нас... С этим у нас все в порядке. Также в Черноморске есть пляжи, купание на которых небезопасно. На территории Черноморского городского совета есть ряд пляжей, которые не соответствуют нормам. И они не приняты как объекты для отдыха людей. Купание на таких объектах несет большой риск для здоровья людей. Во-первых, там никогда не обследуется морское дно. И там могут быть некие предметы, камни, булыжники или же другие предметы, которым можно повредиться. Из мест, в которых нельзя купаться, можно отнести. Это территория Радужного, территория Чайки, территория яхт-клуба 114-го причала. Спасатели еще раз акцентируют внимание отдыхающих на основных правилах безопасности при нахождении на воде. Нельзя купаться в воде в нетрезвом состоянии. Также нужно помнить о том, что желательно осуществлять купание таким образом, чтобы кто-то оставался на берегу и следил за тем человеком, который купается, чтобы вовремя подать сигнал спасателям о том, что у человека возникла на воде проблема и ему нужна помощь. Также нужно помнить, что нельзя заплывать за буйки. Да, по всей территории нашего центрального пляжа расставлены буйки. Это безопасное расстояние, на которое можно заплывать. Для того, чтобы отдых на южном побережье Черного моря был комфортным и не менее важно безопасным, горожане и гости Черноморска должны соблюдать основные правила поведения на воде и пребывания на солнце.